Всем привет, ребят! С вами я, Моисей. Вы на канале Моисей Сонливый. Сегодня я вам расскажу про Майнкрафт. Мы будем играть в Майнкрафт. Если вы хотите такой себе бодрящий скин, то скачивайте эту игру. Оставляю название по ссылке в описании, в комментариях. Что ж, полетела наша загрузочка в мир. Тебе что в жопу нужно было и ожидать? Жопа. Нет, не жопа. Жопа. Ладно, ребят. Если вы считаете, что Майнкрафт лучше, чем Роблокс, напишите в комментариях. Поставьте лайк. Если вы считаете, что Майнкрафт лучше, чем Роблокс, ставьте лайк. Ну а если вы считаете, что Roblox лучше Майнкрафта, ставьте, пишите любой комментарий. А если вы голосуете за оба варианта, то вы должны подписаться на канал. И я вам пришлю сердечко из моего канала. Ну, а мы начинаем. Да, кстати, тут сердце есть. Опа. Если вот так вот встать, проглядеться, это сердце. Это хоть и квадратно. Так, что я обещал вам в следующей серии было сделать? Крышу, конечно же. Нам для начала нужна лопата. А у нас лопата крафтится в верстаке, однако. Поэтому берем, крафтим каменную, обычную лопату. Все. Нет, у нас не скрафтилась эта лопата. Вот, другое дело. Берем нашу лопату, выходим на улицу. И... давайте-ка продолжим копать. Вау, смотрите, как каменная лопата быстро копает. Это почти как железная. Правда, железо добывается очень редко. Ну, алмазы очень редкие. Моя дверь похожа на горящего зомби. Мне уже показалось это. Все, 40 нам хватит. Что ж. Ах, да. Ох, да. Совсем забыл. Давайте-ка скрафтим лестницы, чтобы зомби и скелет не могли вскарабкаться в мое строение. Блин, ну что ж такое-то? Так, соку хватит. Вон, полезли на наш дом. Полезли. Подождите, ребят. Давайте-ка устроим ритуал. Где нашего? Ребят, ищем лапу срочно. Она нам очень нужна сейчас для ритуалов. Вот, вижу лаву по курсу. Так, идем к ней. Так, ритуал у нас идет.
Так, больше у нас нет ничего для ритуала. Полезли обратно домой. Наш дом где-то вот там уже. А вы знаете, мой любимый скин это тот и другой тот, который мы брали уже во второй серии, но это уже третья серия. И да, кстати, ребят, когда нас будут догонять кто-то, мы сможем вот так вот сбежать на эту крышу, и моб нас не догонят, если что, могут скелеты только пострелять в нас, и все. Давайте-ка начнем с кулку. Блин, очки. Это было сейчас больно. Так, давайте-ка будем играть. Блин, она сейчас веду, но сюда был. Так, колесико получил. Мы сегодня выжимаем, как древние люди. Потому что древние люди почти такие же были. Так, вот она наша свинья. Пошли достраивать наш купол. Ну как купол? Дом, что ли? Все. Ой-ой. Давайте-ка побыстрее будем нашу стену, наш второй этаж строить. Блин, ребят, мне не нравится это. Срочно, где наша кровать? Все, теперь мы бодрыми стали. Полезли наверх. Ой, как и к нам этот барашек забрался. Ой, думаю, дела плохи. Я совсем забыл, что есть маленькие зомби. Но мы это исправим, конечно же, чуть попозже. Только я сейчас помню первого дня выживания в этом Майнкрафте. То, что нам не хватает, и все. Поставить так, чтоб. Ой, блин. Давайте-ка вернемся. Как хорошо, что я установил лестницу. Так. Так, давайте-ка будем все делать на шифте. Чтоб не упасть.
Это, кстати, ребят, в таком случае даже зомби маленькие могут пролезть. Ну, блин, это будет худо, когда меня убьют. Потому что с третьего дня выживания Майнкрафта нужно уже все подготовить уже будет. Такая у нас же ведь запись будет. Я где-то уже 3-2, не понимаю, сколько дней уже не записывал. Видосики. Все. Осталось только сделать ограду, чтобы маленькие зомби не прошли. Так, а куда поставил дырку? Непонятно, где я поставил эту дырку. А, подождите, ребят. Тут маленькие зомби не смогут пролезть. Хотя могут. Но не знаю. Им это... Думаю, по плечу, что ли? Ладно, давайте-ка уже... Еще самая вещь в Майнкрафте. Самая главная вещь в Майнкрафте. Это... Чего я не слышу? Конечно же, не да. О, отлично, поводок выпал. Так, это решитель нам... понадобится. Да, блин, как мне тебя привязать? Блин, я с тобой на дну привязать? Эй! Ну, слезай оттуда, да. Ладно, давайте-ка переустановим тогда двери. Все, полезная овечка. Да ты чё там, ёлки-палки, ковыряешься? Полезли за мною. Отрезать. Всё, отныне ты моя овечка. Тебя как бы нужно пшеница кормить, да? Вот, короче, ребят. У нас есть первое животное. Так, нам нужен первый наш сундук в этом мире. О, отличное логово. Здесь мы повесим сундук под номером 1. Ладно, всем пока, ребят. С вами был Моисил. Блин, к нам Моисис. Лилы, хотите продолжение, пишите в комментариях. С вами был Майфин. Дас видос. Бай-бай.